В селе Урмаево Комсомольского района скоро откроется новый детский сад на 110 мест. В селе он появился благодаря национальному проекту «Демография». Детей здесь будут принимать с ясельного возраста. Ход строительства оценил глава республики Михаил Игнатьев. Этот детский сад в самом центре села Урмаево жители ждали с нетерпением. И это вполне объяснимо, ведь старый не мог принять всех желающих. Мы прям тут живем близко, нам было бы хорошо очень. Туда далеко, на машине надо на чем-то добираться, там, когда мороз, дождик, плохо ведь. У меня еще маленькая есть дочка, еще меньше, вот они вдвоем, если сюда пойдут, хорошо было бы. Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 6 групп. 2 ясельные и 4 дошкольные. Основные работы завершены, остались отделка здания и благоустройство территории. На объект ушло более 90 миллионов рублей. Сдать должны к середине июля. Давайте сделаем все на совесть, чтобы вот там ничего не отваливалось. Так говорит, все от вас зависит. С открытием детского сада очередь исчезнет, говорят местные власти. Мы полностью, практически до года снимаем очередность в Комсомольском районе. И все дети, которые проживают в село Урмаево, село Такаево, где более 3000 населения же проживает, они все будут вести детей сюда. Строительство этого детского сада идет в рамках национального проекта «Демография». Вся государственная политика Российской Федерации направлена на улучшение благосостояния семей, на улучшение благосостояния жителей, на улучшение благосостояния наших детей, потому что они, воспитываясь в этих условиях, будут современными, талантливыми, целеустремленными, и энергия будет направлена только на добрые дела. Средняя общеобразовательная школа в селе Урмаево открыла свои двери еще в 1974 году. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. На первом этапе заменили окна, обновили электроснабжение, вместо деревянных полов уложили керамическую плитку. Работы еще продолжаются. В этом году у нас в основном по проекту идет отопление, отопительная полностью замена отопительной системы, потом вентиляция полностью и общестроительные работы, которые это кабинеты, замена полов, потом запасные выходы. На капитальный ремонт в этом году будет направлено почти 8 миллионов рублей. Работы ведутся с опережением сроков, заверило руководство школы. 1 сентября почти 400 ребят встретят в обновленной школе. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.